Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 декабря, Православная Церковь совершает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы». Введение во храм совершилось по сохраненным преданиям рассказам следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Аким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обед, если родится дитя, посвятить его на служение. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшей одежды, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках, привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил богат Раковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемой силой Божией, она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник по внушению свыше ввел Пресвятую Деву во Святое Святых, куда из людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все, присутствовавшие в храме, дивились необыкновенному событию. Праведные Аким и Анна, вручив дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородице от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. Если бы кто спросил меня, говорил блаженный Иероним, как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы, то известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее. Но в церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания пречистой девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. Воспоминания в воспоминания видения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм, Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указание на совершение праздника в первые века христианства находится в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Низкого. В восьмом веке проповеди в день введения произносили святители Герман и Тарасий, константинопольские патриархи. Праздник введения в храм Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия. В этом празднике разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет – с мгновения, когда ребенок может что-то уже, если не умом понять, то чует сердцем, принять благодать, сказать и нашим детям. «Вступи благоговейно в ту область, куда никакая дверь ни церковная, ни умственная, ни иная не входит, а только безмолвное и трепетное предстояние пред Богом. То святое святых с тем» чтобы вырасти в полную меру возраста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и святаго Духа и Господа в таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас сердечное тепло. Поздравляю с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Благожелаю всем заступничества и благодатного покрова Божией Матери на многое и благая лето. Благословенная заря приводится днес в дом Господень. Первосвященник чудо зря проведет класс в ней многоплоден. Пречистый храм, чертук и дева предвозвещают всем Христа – благая отрасль жизни древа, глаголют трепетно уста